Алматы стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Жас орындаушылар». Он проходит на базе Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Жубанова. Конкурс имеет 30-летнюю историю. Впервые он прошел в 1993 году в формате фестиваля для пианистов. А спустя время в его программу вошли и другие инструменты. С тех пор конкурс проводится ежегодно. В этом году в нем принимают участие больше 200 музыкантов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Свое мастерство участники продемонстрируют по номинациям струнные, духовые и ударные инструменты. Победителей наградят дипломами и грамотами. Все участники очень серьезно готовятся, исполняются разные жанры произведений. Это начиная от этюдов, бах, также крупная форма, пьесы. Обязательным условием нашего конкурса является исполнение произведений композиторов Казахстана, что дает нам популяризацию именно наших произведений. Международные конкурсы воспитывают у нас лидерские качества в первую очередь. Очень хорошо развивают наши способности дальше в будущем выступать на больших сценах, на зарубежных сценах.